Народ, всем здорово, короче. Тысячу лет не было стримов, это вообще жопа. Ой, короче, ну, я что-то не понимаю, автор. Новогодний праздник им был не до стримов, почти что не до гуляний. Я сейчас хочу спать, но я решил хотя бы часок, мы должны поиграть, потому что жопа. Жопа и жопа болит. Не в том смысле. Я тут с лопатой раком корячился, много чуть чистил снега. У нас были большие заморозки. Я почему-то взял сейчас телефон посмотреть цель задания и понял, что я сотворил херню. Как задание-то посмотреть? Что там у нас? Пули есть, дробовик есть. Найдите укрытие на аванпосте. Ну, погнали. Так, у нас что? Корешок наш умер, да, вроде как? Тут как-то интересно, ну пойдемте. А чё эти трупешники даже... Блин. Трупешник или это чё? Блин, я, кстати, поменял настройки? Или, а, здесь не меняется, то есть... Почему R1 сильная атака всё-таки? А... R2 быстро, странно. Странно, конечно. По меркам Dark Souls очень странно. Ну, ладно. Ой! Кто это с стульями кидается? Блин, а... Сейчас, секунду, ребят, сейчас игру сверну просто. Мне кое-что стало интересно. Ой, у нас прогресс игры только 40% прохождения. Это 4 часа мы нарубили, показано. Только пол игры. Еще есть местечко у нас для инъекции восстанавливающей? Так. Так, оббег. Блин. Чувак, что ты сделал? Ну слушайте, я думал, есть смысл их разбивать? Может, здесь оружие лежит, нет? Вот тут на свету. Как бег-то? А, бегал один, все. Опять управление. Опять столько времени не играю, что управление вспоминать. О! Кредит или как там их? Кредит и количество. Вот видите, а вот этот какого хрена ожил, да? Чмо ты? Что ты задрёшь? Бля, это система уклонения, так я чуть-чуть не могу. Сраный скример. А, я мог его... Так, перчатка у нас работает. Икс. Перчатка у нас заряжена? Заряжена. Айзек, это не Айзек, ладно. Блин, выбесил он меня сейчас, вот вообще выбесил. Говнарь. Блин. О, на управление. Вспоминать, задрачивать. О, я главное забыл. Ниже говно надо убивать. Да? Так. Там я еще вроде видел, нет? А, нет. Привет. Хочу предложить продвижение вашего канала, зрители, фолловеры, просмотры, чат-боты, цена ниже любого конкурента, качество гарантировано. Здорово, здорово, спасибо. Я играю для души, для своих немногочисленных подписчиков. Так, сейф пошел. Будем близко продолжать путь к ангару. Далее. Блин, она же такая тьмошная была, да? Кутюрьма, ой-ой-ой. Оу.
Как так-то? Блин, серьезно? Слушайте, у меня такой вопрос. Сейчас, секунду. Вопрос в чем? Смотрите, если мы... А если мы не будем тормозиться, просто пробежим? Давайте попробуем. Погнали. Там же какой-то чмошник выпрыгнул. Блин, я в сугробе бежать не могу, вот чё косяк. У нас прокатило. Bridge is barely holding up. Так, как нам идти по краешку? Так, ребят, ой-ой, сорян, сейчас АФК 5 минут, я вернусь. Вот таком интересном моменте.
Так, ребят, все, сорян. Я вернулся, погнали. Слушайте, вот на этого чувака, посмотрите, он, блядь, пробует. Ой, блядь, забей. Я вот эти ролики матюгался или нет, если матюгался, то... Ну ладно. Блин, ну монстры такие, что с ними не хочется сражаться. Я вот реально, опять же, повторюсь, как это раз. Я сам понимаю, что человек в мире, я понимаю, что это... Хорошо, что я не принял. Просто близкий, я не знаю. Мы сейчас порубимся, не, если нет. У меня, кстати, на ГТ свои тени сбивался. Чё-то я тут хотел бы всех, короче. Своих опять. Так. Ой, твою мать. Ой, я поворот не ожидал. Ну, я считаю, это... Какие у нас? Ой, мать. Ну, ни разу не мог, ладно? А у нас перезарядка, заебись. Я просто что-то задачился, так? Использовать. Сука, если так уйдет, то блять. А, вымер, да? Я что-то просто сейчас, секунду, всех убили. С инвентарем не просек, у нас тут что-то странно, хилки, подождите, использовать. Такое ощущение, как будто они были объединены в одну. Усиленную, что ли? Что-то я вот это не утуплил. Ну, конечно-то... Блядский был прием. Перезарядись, блин. То, что ставят чувачка. Вот это, кстати, выпил или нет? Что-то забыл. Все. Музыка нехорошая. И ставите автомат для прокачки. Такой, ууу, закипище, я прокачаюсь. А, так это... А, это нихуя не автомат для прокачки. А почему? А я видел. Ну, понятно. Тогда ладно, вопроса больше нет. Вот, нам куда идти, как вы думаете? Вот сражаться вот отвратительно не хочется, реально. Ты вот в той же самой резьбе... Что за такое? Ты бомба, что ли? Типа в той же резьбе кайфуешь, знаете, как бы там... Тоже... Давайте припасов-то немножко. И хер там кайфует. Откуда? Чего он так изданул? Откуда он изданул-то мне вообще? Сотруднику в ловушке. Ну что ли? Чем скажи? Это что такое? Это бомба, я сейчас. Давай попробуем так. Нет? Ух, нету двери. Опа, и. Блядь, ты мразишь? Оставайся в этом, претендал. Я, кажется, как галочка сейчас умру. Или нет? Если успею химиться, то не вымру. Оп-оп-оп-оп-оп-оп! Я к себе пришел. Чё за пропускать, я шумер, блядь? Вот
где этот чувак сидит, который у нас работает вот такие вот? Раз. Так дверь открыли, да? Эй, дверь, может, вот здесь без денег. Я заебал, допустим, да? Я не знаю.
знаю, блядь, это так сложно. Чем еще нормально, чувак, разъедите? Хилок больше нет, а бомба. Это пиздец, это тупой людейший пиздец, блядь. Все, у нас кончилось, хоть нахуй это. Телепатия не ключа. Патроны как не заряжаются. Нахуй подсадка. Видели, да, что пострелило, блин? Как на рой переключиться? Смени, блин. Говно, блядь, не управление, блядь, кто придумал, возвращу, да, блин, ключи. То есть руки под хуй заточил. Так, чё? Чё? А все, вот и приехали. Где чувак, которого, по-моему, хеми не будет? А когда человек? Хотя вот так. Ну, по крайней мере, радует одно то, что тут. Вот со всеми говнорями мы разобрались. Или есть валик порешать. Где найти чувака? Какой тварь не вернулся. Если кого вернулся. Ну, так, подождите, еще раз. Я пришел отсюда. Запарился, я отсюда пришел. Да, вернулась, отлично. Да смысла нет, господи, бля, где-то есть Христос, бля. Я если даже хотел бы, я бы помог перейти. По зубу нет еще красочного. Взял, будет убиться, блядь. Да они бесконечные люди. Я не знаю, блядь. Что тут, сука, нужно делать, блядь, а? Карту доступа отлично. Где блять? А вот здесь. Чего получается первый ход слева? Чувака там за любви. Надо тогда что-то сделать.
Я, честно, игру продолжать так не хочу. Сейчас. Чувачок здесь же, да? Я даже не знаю, хочу я бы их запускать. Здесь или здесь? Ну, давайте поиграем, посмотрим, что началось. Вот, блин. Какого-то чувака разорвали, а вот так просто, да? Это пивка была, вот, честно сказал, похуй. Тихо, смотри, текущий экран. Это уже большой вопрос. Где эти, блин? Есть патроны. Найти способ, блин. Получить доступ к сети. О, что-то мне не нравится это вообще. Совершенно не нравится. Ну, что делать? Бежим. Время, как бы. Ну и это путь. Это хорошо. Хорошо, зэк на подсказку вставил. Звуки так вообще не хорошие. Ну, нападут, так нападут. Пьем, скажи, пьем. Стоит, что ли? Главное,
интересно будет. Туда проход, сюда проход. Вот, блядь. Тут значит. А, это хорошо, мы зашли. Хилка. Сейчас, значит, что-то вылезет. Хилку дали нам. Так, все. Вот, 47. Реально, я не знаю, ребят. Я сейчас как-то поиграю еще. Или то, что спать хочу, но прям тухло. Тухло играю. Ну что, как хеду сейчас закушать. Вот там, блядь, висели, она висели. Или, кстати, этот, купить себе EA Games. Очень копеечный. Конечно, халяву раздали. Какой там уже все. Пошел нахуй. Твой деловой. EA Games раздали этот. Dead Space. Третий. Он, конечно, на английском. Но там, в принципе. Фигу, это было дело. Потратил, 6 получил. В принципе, выгодный обмен. Я же с этого еще не обшмонал. Нет, ваш главный пес реально попробовал. Не хотел бы с таким же. Ого! То есть патроны 464 песо. Реагировать, стрельнуть один раз. Один раз и все.
зарядка здесь очень дерьмо, поэтому я сразу боеприпасы готовы держать. Ползи, кто ты тормозишь тут? Жопа застряла. Опа. Он мне какие-то не видит. Мы готовы? Пойми за потихонечку. Блять, я сколько прошел-то? Меня заебало пробираться через туннели, канализации и прочее. Играть я делаю напряги в страхе, но никак не смогу. Кто играл, кто поймет это. Это просто дрочит, как бы, с криверами, вот эти кривотоги, не знаю. Что это, дырка? Там вот куда она была? Свет-то ебать. Подождите. Да, совсем запутался. А я вам честно скажу, тут проход даже не видел. Даже не знаю. Оу! Сука, по прицелу не целится. Давайте ебаем тентакли. В голову. Специальные стройки, контраст, помощь, склад, во. А, у нас выключили автоматическое прицеливание. Ну, вот такое, блядь. Слушайте, я за то, что... Ну, это не очень. Хуй знает. Ну, хотя, давайте попробуем. Значит, такое. Попробуем. Ну, блять. Yeah.
ребят. Не, я могу задротиться, но я вот, честно, мне так не так много времени. Так, не так. Проебывать вам не очень веселую игру. Я хотел бы. Просто чисто из чувства долга и уважения не надо было пройти. Надо, потому что начали, полгода пройдено, блин. Халяву там копит. Ну, блядь, заебало. Второй гараж. Два гаража, пожалуйста. Вот эти ящики, я думаю, что это специально фишка игры. Они не всегда, не везде достанут. То есть, если только мало ХП, ну, чувак. Вот, чувак. Не пизди, как я на стриме лишние. Хильте, ебать. Ой. Видите, какая-то дезинфекция такая, что ну что ж, а, блядь, тут двери не так же. О, черт! Эй! Есть кто еще? Ребята. Ребята, кто там еще? О, иди, красавца. Опа. Силочки нет. Посмотрите, приподлази. Ты не должен подниматься? Побеждаю, иду курить. Я проебываю, иду перед охуя курить. Так, все, не тупим. Я не зарядку сделаю, попробую. Вам
тема, но за них зарядка сделать не надо. Сейчас ролик смотрим и переключим. You again? Where was that? Huh? You left me out there to die? And you tried to kill me back on your ship. Guess that makes us even. Look, I don't know if you noticed, but things have kind of gone to shit out there. Hey, you don't have to like me, and I don't have to like you, but Elias was right. We don't stand a chance alone, but together we might just make it out of here alive. Fine. If I can get that snowcat fixed, it'll get us to the hangar. You need to open the main gate. Control should be that way. How do I know I can trust you? Here, take this. You'll need it. Those things are everywhere. Name's Jacob, by the way. I know who you are. Нажимайте кнопку лево, чтобы выстрелиться между спиной и нажимаем скажем ручку в инкаре. Почему я там блять раньше не знаю? Ох, сыки не греет. А если его зажать вправо? Там у вас там лик. Автомат лапа. Сейчас, сейчас посмотрим. А ты настоящий, да, это что называется? Дробовик, да тоже какой-то такой короткоствольный. Малюсенький. Малюсенький. Ладно, ребят, 5 минут прибыл.
Ну тех. Давайте там их испытаем, да? Круто. Ой. Я бы еще хильнулся, конечно. Что у нас за стоит и херово захильнуть? Говно. Блин, кстати, кстати, какой-то экзотичный. Где она сделала клаток? Ой-ой-ой. I had to make the call. Sealed the gate. Trapped them all on the other side. Ну что я говорю, почему? Хотя бы одного охранника нет. Нет кода. Четыре, что я костюм, может, как прокачали? Ну, не знаю, может, у нас хп типа? Короче, прокачал. Теперь я вообще запутался, да. Ладно, лабиринт это тип, ладно, вся хуйня, я же... Я запутался, я отсюда ведь ушел, правильно? Когда я искал, я сюда идти, я сюда иду. Я сам дурак сюда. Знаешь, типа, он был. Есть какой-то проход? Кода. Ну. Идите обратно, что-то может там проебали. Не, ну раз нам надо наверх идти, она кстати отпустила. Меня, знаете, очень бесит эти голоса. Откуда они? Looks like there's another control room across the way. We'll need to activate both to open the gate. Security failsafe. Makes sense. Okay, get over there. I'll man the first switch. Just try not to get yourself killed. Unit online. Ну, вот как надо рисовать перчатки, хотя... Не, а это что такое? Так, подожди, теперь подождите. Новый расшифровщик, где у нас лежит ничего? Все, отлично, я выбрал. UJC Printing for all your needs. 750, неплохо. У нас есть 1500. Так.
пистолет. А, пистолет на максимум качали, причем все. Кроме вот этой хуйни. Нам ее не хватает. Спецатака. Блять, дубинка это вообще, конечно, мощь. Сколько аптечка и тихатку стоит, ебаный. Полицейский двойник. Стойте, если нахуй не надо. Урон, вот это я вкачал. Please make a valid choice. Урон без устойчивости не вкачаешь. Блять. Какое тупое управление. UJC Printing. Have a United Day. Давай, перчатка, чего там вкачали-то вообще? Вот это, кстати, вещь. Вот это я вкачаю. Сейчас мы стали вкачать, поэтому нужно. Не военных рынков, нихуя себе. Так, сетьку. Скорость, блядь, вот. Я бы скорость еще и включил. Блять, я сказал, 300 такие вы пригодились, когда я только что поправил. Так давай, хоть тут наслаждайся, это дротило, блять, не хватает всего лишь 41 очка. Оу. Ладно, тогда этот. Чей, типа. Сука. 40. Как дерьмо она, блядь. Вырвай каскулс. Зарядный пистолет. А это тот дровоик, да? Сука. Удрочила. А, не продать похуй. Я думал, что это того стоит. User assumes all liability for use of this printer. Самая такая решающая. Я кажется, на этот дровоик с полицейским поехал. Дровинки тут вообще делать нехуй. Ребятка, сейчас я пройду секунду.
Я понял, что будет какая-то такая тема, слишком тихо было. Клетка открывается, блять. Помните мои слова, так оно все будет. Пока думаю, что ты есть. Сидите фишку. Сидите. Сидите. Клетка открывается. А, нет. Давайте сейчас нажму кнопки, клетка. Дротила, да? О-о-о. Полицейский, какой вид такой полицейский. А, 4 заряда всего нервно, понятно. Ну что, открываем клетку, идем пиздевать. А плюс помимо него еще несколько чертей были.
давай. Took you long enough. Ready when you are. The choice is yours. Тоже печать, все-таки дубинка, она такая ванлаф оказалась. Или что-то там с перчатками, насколько я знаю. Видите, что я перчатки принял? Скорость, нет. Нет? Но остальное до хрена, все. Просто даже не возникает дубинка. Все, так смотрели, как я дубинку управлял. Из пирсной блокировки постоянно так играю, нажмите кнопку «На», чтобы тунуть подсечку. Подсечки наносят другой урон, сбивают его с ног. Ну, я подключаюсь с добиванием, с добиванием. On 3, 2, 1. Okay, I'll pull the snowcat around. Meet you outside. Серьезно, и я могу еще раз прокачаться, но теперь не могу. Уже не могу, я обратно точно. А, уже не могу. Ну, пойдем. Ребят, попытаемся сделать фастран. Сейф проходит. Мы можем сражаться, но если не побежим,
то будет сражаться с Аки. Я не буду работать. I'll be back. What? Hey, get back here! Потому что игра начиналась. Помню. О, мне запрошили на ачивку даже заказали. Там столбы стояли, сейчас покажу вам. Я их принял за каких-то этих, блядь, слендерменов, смотрите. О, видите? Не, ну скажите, главный герой реально просто нихуя эту, блядь, что происходит? Hey, what are you doing? What's in here? Medical supplies? Bullshit. Open it. Why? Because I said so. We're not going anywhere until you do. Okay, fine. Yep, just like I told you. But
Records show you made multiple drops right before the incident. Me and a dozen other cargo ships. Don't try to talk your way out of this. I know you were involved. I had nothing to do with what happened on Europa. What's wrong with you? This implant is messing with my head. This doesn't make any sense. But I'm gonna figure it out. In the meantime, you better pull it together. Someone's gonna fly us out of here. Come on, let's go! Так она хоть бы сказала, что ищет-то. This way. Бля, она у вас с таким кораблем смотрит. So what were you expecting to find? UJC bioweapon. Traced it from Europa to here. To my ship? I thought so. Control room's just up ahead. Get ready. Всякая барахла на солдат, ты можешь тут приборыжить его. Единственное, что нужно мне быстрее бы приборыживать, блять. Да не так куда ушла наверх. Сейчас, а вот он идет. Здесь по-любому ништячок лежит, смотрите. ХП и все. И все. Выглядит как место для боя, но что-то странность. Нам бы автомат для прокачки. Ну да. О, блин. Ничем хорошим ты не закончится. Это что такое? Че это? А, взломать сундук? Я, кажется, могу, что у нас места для... Да, нету. Че делать? Стоит копейки. Ой, а что-то там еще лежит. Да и хер с этими батарейками. Around. See if you can find anything. No signal. Мне сейчас надо будет отбиваться.
хуйня, если честно. Я лучше прокачаюсь. Только прокачать нашу дуктуку. Прокачать нашу дуктуку. Понял? Давай. Дэнни, врубай, ты чё? Конечно, нужно все propaganda. Things aren't always what they seem. Kind of like me and that cargo you thought it was holding. Maybe. I'd sure like to think so. It's a hell of a lot bigger than my old ship. You can fly it? Yeah, I'll fly anything that gets us off this rock. Wait, what are you doing? It's not me. No. One must learn to accept what they cannot control. Still, I'm impressed that you made it this far. Perhaps you both have potential after all. Mr. Lee, Miss Nakamura, your journey was especially long, all the way from Europa. What'd you say? But I'm afraid there's just too much at stake here. And the protocol cannot be broken. So, though your story ends here, please know that you have my respect. Айзек этим более жалко. Теперь у нас реализация не пойму, вот, где-то там, 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 где
могла на кого смешно обходиться. Хоча опять не какой-то жопя оказалось. Ну, конечно, руки сильные, а то... Я не знаю, минимум, если так, у них 15-30 этажки. Как лес. Сиганул. Еще и в сторонку сил поделать и вместить. Это что, Деннис? Она-то есть как оказалась так быстро. Дэнни? Дэнни? Сказуемо под землей. Джейкоб! Джейкоб! Come on! We gotta move! Hurry! It's still coming down! Prison was built on top of. There's an elevator nearby. We can take that to the transport hub, then cut across to the colony, and then back into Black Iron. Back into Black Iron? No, no fucking way. We almost got killed just trying to get out of Black Iron. This isn't about escape, Jacob. What's it about? Not anymore. What's it about? Answers! Why did the warden shoot down one of his own ships? I don't know. And how is it connected to Europa? Supposed to be just another fucking job. This is crazy. I know. But what choice do we have? Come on. Lucera is not safe. Следуй за Дэнни. Последуй за Дэнни. Лучше, ребята. Всем до скорых встреч, пока, постараюсь выходить в эфиры чаще. Пока-пока.